За сборной Беларуси по танковому биатлону давно закрепилось звание одного из неизменных фаворитов международных стартов. Наших танкистов отличает исключительная работоспособность и несгибаемая воля к победе. Желающих попасть в национальную команду с каждым годом все больше. Испытания проходят на нескольких уровнях, определяет лучшего специалиста взвод экипаж. Нынешний отбор – финальный. Несмотря на весьма сложные погодные условия, мы достигли поставленных целей. И отрадно то, что среди экипажей, которые были представлены на данное соревнование, есть реальные претенденты для того, чтобы войти в команду и представлять интересы вооруженных сил нашей страны на этих престижных соревнованиях. Тренировки к армейским играм давно стали частью боевой подготовки. Элементы из программы состязаний отрабатываются в течение нескольких месяцев. На конкурсном отборе нередко появляются дополнительные мишени и препятствия. Система уже давно наработана, но в связи со сменяющейся обстановочкой где-то немножко дорабатываем, где-то трассу доработаем, где-то мишени дорабатываем, то есть где-то усложняем наоборот, то есть даже добавляем мишени, которых нету даже в состязаниях, то есть именно усложнять. Как говорится, будешь стрелять по большой мишени, легко стрелять, но и легче промазать. Будешь стрелять по меньшей мишени, то есть будешь целиться более точнее, научишься, и в большой легко поразить будет. На трассе экипаж ведет стрельбу с нескольких огневых рубежей и различного вооружения. Мишени поражаются как с места, так и с коротких остановок. Тренерский состав процесс не корректирует, и это еще одно из нововведений. В курсантские годы я участвовал в данных состязаниях. 2 года не получалось попасть на международные соревнования. Выпустился и решил не останавливаться на этом и дальше продолжать совершенствовать навыки и умения в данном состязании. Своими результатами я доволен вполне, но хотелось бы лучше. Большую роль сыграло погодные условия, то снег, то дождь, ветер очень большой. 3 основных экипажа и 1 запасной. Имена тех, кто представит армию на арми, уже известны. На слаживание и шлифовку мастерства остается несколько месяцев. У белорусов есть все шансы, чтобы прийти к финишу быстрее остальных. Сергей Чураков, Светлана Смык, Александр Петкевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».